Lada X-Ray стала вместительнее и дешевле. Волжский автомобильный завод представил обновленную версию Lada X-Ray. Как сообщает 27 ноября пресс-служба компании, базовая версия автомобиля стала доступнее на 40 тысяч рублей. Ларец спорта, тест-драйв самый быстрый. Lada Vesta. Чего ожидать от спортивного флагмана из Тольятти в X-Ray 2019 модельного года? На 25 мм увеличилась длина салона, благодаря чему на заднем ряду стало просторнее. Кроме того, базовая комплектация стандарт подешевела и стоит теперь 589,9 тысячи рублей. Она оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем и механической коробкой передач. В список стандартного оборудования входят две передние подушки безопасности, эра ГЛОНАСС, с функцией антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, бортовой компьютер, сигнализация с дистанционным управлением. Автомобиль в комплектации Classic обойдется в 629,9 тысячи рублей. Версия дополнена регулировкой сиденья водителя по высоте и пассажирской подушкой безопасности с функцией отключения. Кроме того, предусмотрен пакет Air Conditioner, в который входит кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик. Кросс-хэтчбэк Lada X-Ray 2019 модельного года с таким оснащением доступен по цене от 654,9 тысячи рублей. Версия Comfort стоит от 687,9 тысячи рублей. В нее входит мультифункциональный руль, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, задние электростеклоподъемники. Такой автомобиль также доступен с двигателем 1,8 литра с МППБП от 712,9 тысячи рублей или роботом от 737,9 тысячи рублей. X-Ray в исполнении Luxe доступен по цене от 743,9 тысячи рублей. Топовая комплектация включает обогрев ветрового стекла, задний парктроник, датчик дождя и света, комбинированную отделку сидений, ткани как кожа, 16-дюймовые легкосплавные диски. Ранее в ноябре сообщалось, что Lada вошла в топ-50 самых продаваемых в мире автомобильных брендов. По данным агентства Focus Move, за 9 месяцев текущего года продажи машин этой марки выросли на 21% до 286 тысяч.